Ну, а мы продолжаем. Итак, мер расстояния х квадрат, метод объединения within groups linkage, continue. Просим вывести дендрограмму и не выводить article. Agglomeration schedule стоит. Запускаем. И по графику, и по agglomeration schedule мы видим, что скачок первый скачок возникает на 1591 шаге, то есть у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 кластеров будет образовано. Следующий крупный скачок возникает на 1597 шаге, то есть у нас будет образовано 3 кластера. Посмотрим сначала на 9-кластерное решение. Вот оно здесь представлено. Мы видим, что те профили, которые были нами выделены как основополагающие, потому что их больше всего, горизонтальные профили, действительно все попали в первый кластер. Однако в первый кластер попали и достаточно редко встречающиеся профили, которые дают небольшое отклонение от горизонтали. 2.1, 3.1, 4.2. Но сюда же попал и профиль 5.2, который дает достаточно наклонную линию. Но я бы сказал, что это скорее ошибка кластеризации. Он один большой роли не играет. Я думаю, что такое решение, вот конкретно касательно принадлежности этого профиля к первому кластеру, оно не является устойчивым, если отсортировать по другому файл и заново запустить кластеризацию, то очень вероятно, что этот профиль уйдет из первого кластера. Тем не менее, все-таки основа первого кластера именно такова, как мы ее изначально определили.